Все, фермочка. Так, тик-тик-тик-тик. У нас новый Дракула. Так, всем, кто будет смотреть этот прекрасный видос, не обращайте внимания на мой хриплый голос. Тем временем суровые обнаружены. Потому что я немножечко приболел при переезде, так что вот. Угу. Хорошо. Прихит. Найс. Мог ударить на самом деле. В самом начале эту лачугу слили, это хорошо. Сейчас еще и свиньи, свинешек сольем. Эх, миллиметра не хватило. Давай-ка сюда, дорогая. Ага. Отлично попал. Ну нахер. Чё там, токсик что ли? Блин, немножко до палетки не долетел. Ладно. Так, окей, пойдем сюда. Там пока сквер. А, сквер уже закончился. Ладно. Так, они мейн заводили. Угу, пойдем на креп. Блин, каким-то хреном я сквозь нее укусил. Ну, пойдет. А где чё? Где? Что? Попрощаюсь со своим гницким фонариком, дрянь. Брось гадость, я сказал. Угу. Почему я ее не залутал? О, хорошо. Блин, как же они хотят этот фонарик засейвить. Я, конечно, в ахуе. Спасибо. Очень хорошо. Меня это устраивает. Дальше бегайте, таксичьте. Своими сраными фонариками. Мне даже все в кайф. Я обожаю играть с плетенкой. Угу, она не тут была, ладно. О, блядь. Я из-за кукурузы ее не видел. Ну, давай, давай, снимай. Давай, давай, я только за. Stop with the theatrics. Не, мне ладно.
Это аптечка там? А, да. Да, без проблем просто вообще. А почему меня к ней примагнитило? Кто-нибудь может мне объяснить? Что это за херня? Эх. Он время немного потерял. Тут окошко, да? Блядская кукуруза, сука. Ну да, это не палач, которого можно развести из-за того, что у него в обилке хрен камерой повертишь. Сейчас бы Фингу найти. Оставить ее валяться. Угу. А вот она, все. А, отлично, очень хорошо. Давай-ка. Вот так вот сделаем. Вот так вот еще. Потоксичим, раз это ушлепище пыталось сейвить свой сраный фонарик просто по КД. А я все равно доношу так. И эту еще шабалдень повешу. Они, кстати, собрались мне крюки пилить, получается, и сейвить фонариками. Только хер угадали гибель Франклин. Отлично. I'm fast as fuck, boy. Это мы знаем. Давай, прыгай. Все равно хит получишь. Лошара. И его еще, правильно. И его еще. Бегают они мне, фонарики сейвят. Угу. Так, давай-ка мышку потестим. Так, я эту вижу. Слышал точнее. Она где-то тут была. Какая же ты тварь, сука. Когда-нибудь тебя объебу, тебя ногой сверху и будешь знать, понял? Да, полежишь, успокоишься, ничего страшного. Где-то на краю карты, 100% рядом с геном. Они еще и треугольник мне оставили, идиоты. Но она сейчас встанет, потому что я ее не смог найти здесь. Но она тут где-то была. К сожалению, вот этот перк можно контрить только нормально этим. Как он называется? Блять, забыл. А, охотником на оленей, вот. Но она как, если долго валяться будет, там это птички мне подсвечить, так что она уже должна была проснуться. Ну, это умрет хорошо. Но она на люк играет, да. Она сейчас будет валяться до тех пор, пока на люк не будет игра. Потом встанет, будет фуловая, получается. И будет на люк искать. Блин, надоело на самом деле вот это вот хрипление. Вот какая гадина просто вот, ля, вот просто максимально лежала. Как только меня увидела, сразу свою сраную кнопку нажала, лол. Давай. Лохобанище. Thank you.
На, вот так вот, да, да, да. Хочешь, хочешь псину понюхать, да? Хочешь псину понюхать? Да, 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 да. Вот так вот, вот так вот. Да. Мамины токсики. Don't be overdramatic. Ну, что могу сказать? Дракула стал лучше с ПТБ. Потому что я его на ПТБ немножко щупал. Был там просто ахтун какой у Гэблин, а не маньяк. Чем максимально какое-то несуразное, слабое и от всего замедляющееся упэшное ушлепище. Вот что это было на ПТБ. Знатно я тогда, конечно, пригорел, блин, с этого. Ну и что у нас тут было? Надежда. Воин света. Гибкость. Угу. Еще и мы не можем смириться с поражением никак. Тут у нас орех, освобождение, еще и вот это вот дерьмо, чтобы мы с крюка, блин, слезали здоровыми. Классно. Тут стоячок. Что тут написано? Какой-то пати деток, просто, я не знаю, вот по-другому это назвать. Ну, скажем так, я подавно это повеселился, мне было здорово, мне было хорошо. И, собственно, наказал малолетних токсиков. Это ли несчастье, скажем так. Так, ну чё? Не придумал вступление, ладно, и так сойдет. Так, ну чё, новый Ормонд. Сурвики уже обнаружены. Ну это да, это классика. Так, ладно. Оно не чинит, оно хорошо. Я уже вижу этого великолепного человека, который догадался бегать по краю карты. В надежде, что его никто не найдет. Перестаю это. У нее, кстати, везение. И она еще в пати. Потому что как только я вытащил из нее этот предмет, кладетка выбросила сразу свой. Тут спринт. Я еще раз хит дам. Вообще без проблем. Тут бежать-то уже больше некуда, братан. Отлично, самые сейвовые палетки скинули. Пойдем, дорогуша, на крюк. Хорошо. Кладетка в следующий раз дважды подумает, прежде чем жадничать. Я не успею. На крюк, к сожалению.
неплохо. Очень даже пойдет. Братан, палеток-то тут нету. Давай тут ген пнем. Пойдет. Пиздеца. Я не мог это поверить, это было невозможно. Я спорил со всеми. Это мы туннелем. Вот эту жопу в юбке. Die already. Да, без проблем вообще. Кладетка на том гене. Ой, да ладно. Пользуется своим этим. Везением. О, гибкость. Окей. Пойдем сюда, да? Вообще без проблем так. Ну, давай. Да, в стену ушло пламя. Разработчики это с ПТБ еще не пофиксили. Ну, дадим ему в окошечко прыгнуть. Там, видимо, какая-нибудь то ли устойчивость, то ли что-то на перепрыжке, потому что он что-то понадеялся на какой-то тайминг. Там уже бежит, чтобы это меня ослепить своей гранаткой. Ага. Здесь не очень умная рыжая чучела. Спасибо за аптечку возле ворот. Как она свой спринт откатила. Это хорошо. Почему я сейчас не смог это сделать? Ну, это животное глупость сделало. Отлично. Хорошо. Мне надо было доджить в сторону. Все завели. Вернем. Ну, свой туннелинг я сейчас объясню, потому что мне не понравилось, что вот эта вот жопа в юбке кидает мне под ноги гранат, чтобы ослепить. Так, у меня там есть, как она называется, инфа. Я увижу, если что, там будет не так. Да, эти не очень умные дети заводят генераторы вместо того, чтобы идти спасать своего великолепного союзника и гранатокида. Тебя надо кладетка бежать спасать, да.
Бля, не успею. Так, куда оно бежит? А, у нее без огласки, кстати. Спасибо за палету, Клода. О, хороший вакуум, братан. Еще и суперпалет спилил мне. Хорошо. Тут Ген откатился. Так, окей. Так, она ее хилила, это хорошо. Да. Не довернул немножечко. Надо было в палетку прыгать. Она эту рыжую хилила, так что ни осколка, ни безогласки у нее нет. Пусть повисит. Ну, это было ожидаемо, они там вдвоем усилились. Кстати, там полгина было, это пиздец. Ну, они мне что, нормально так оставили. Так, давай-ка. Угу, рыжая бежит ее спасать. Угу. Ободрение. И спасибо за палету. Они сейчас, скорее всего, будут дальний ген заводить. Нормас. Немножко не попал. Без огласки. Мы на это... Отлично. Да, но заводит этот ген. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Рыжий придется идти спасать. Да, она идет спасать, отлично. Пока, нормально. Пока пойдет. Угу. Вот эти похилились. Ага. Да, мышь вообще великолепна, что Сурф может просто застелсить. Там же нет ничего. Пиздец. Вот это что за замедление, блядь? Я в ахере, блядь. Ну, давай.
Да, в текстуру все пошло. Вот так. Оп. А ничего, что я был, блядь, по ту сторону палеты, нет? Давай, давай. Так, они сейчас ген дадут. Пойдет, мне главное эту жопу затуннелить. Сейчас как-нибудь от ворот поиграем. Так даже поинтереснее будет. О, о, мне нравится, мне нравится. Четенько прям. И кладетку я видел. Гибкость свою использовала. Так, заставил ее перетянуться. Хорошо. Прикольно, что рыжая сама на своей же этой подкнулась. Дропнула там аптечку вот эту вот. Она не будет тут оставаться, ей надо подружку идти поднимать. Сколько идет погоня, блабласт все нету, блять, и не пахнет. Нет, не пройдет, блин. Нет. Очень хорошо. Прикольная карточка появилась. Прикольно, что вот эта вот рыжая свою аптечку тут дропнула и на ней же подсветилась, блин. Это, конечно, великолепно было. Да уж, да уж, да уж, да уж. Это, конечно, было ржачно. И вот эта аптечка сейчас застолила. Ну, было логично, что кладетка на эти ворота побежит и застелся там, так что... А карта достаточно прозрачная, просматриваемая и белая. Там еще и тиммейтов, тиммейты это... Тиммейтов что-то не устроило. Так, последим с развитием событий, мне интересно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот и я тоже. В ахере.